Здравствуйте, друзья! С вами на связи Иванова Лариса. Я приветствую вас из пятизвездочного отеля Леонардо Клаб. Это Израиль, Мертвое море. Посмотрите, какая здесь красота. Вот такое вот небесного цвета красивейшее море напротив горы, которые вечером отражаются в море. Это очень красиво. Море становится небесным цветом с отраженными в нем горами. Здесь же рядом бассейн. Вот. И вчера, конечно, целый день купались, загорали. Ходила по воде, потом покажу фотографии и видео. По Мертвому морю можно ходить по воде. Наверное, этот дар открылся после посещения Иерусалима, святых мест. Это, конечно, шутка, друзья, но тем не менее вы увидите интересные фотографии. За этот ваучер, за номер на троих человек в сутки нам обошелся ваучер. Но хочу сказать, что это очень хорошо при тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Все включено, даже не ожидала, что это настолько все включено. То есть это и два ужина, это и ночное питание для тех, кто хочет. Это в неограниченном количестве пива, спиртное, мороженое, которое вы сами можете брать, вы все можете выносить и спокойно заносить номер. То есть это, конечно, суперские условия. Ну и, конечно, вчера накупались в море. Море, хочу сказать, что такое маслянистое, как будто такое впечатление, что ты обмазан частично так вот растительным маслом. Да, все очень красиво, все очень прекрасно. Очень много русскоговорящих, познакомились со многими приезжими из разных стран СНГ, из России в том числе, которые сейчас живут в Израиле. Много нам рассказали интересного, жизни очень довольны, нисколько не жалеют, что переехали. Ну, а наше путешествие продолжается, и сегодня мы поедем уже в новое место, о котором я вам расскажу в следующем своем видео. Пока, до новых встреч, иду купаться.